часто течи по городу. Это что? Значит, канализация или водопровод прорывается. Мы остаемся без воды. Винзавод бросает воду на фонтаны. Грязь до неимоверности. Скотину нельзя держать, чтобы выпил глоток воды. Я пользуюсь водопроводом и канализацией. И хотелось бы, чтобы вода была почище, потому что недавно, когда открыла кран, то появились черви. Все поступают во власть, чтобы вступить в власть. Вот. И только вступит в власть, все обещают, но ничего не делают. И делать не будет. Никогда не будет. При любой власти не будет делано. Потому что если мы не имеем свои деньги, нам чужие деньги не помогут. Большие проблемы, потому что нету общей канализации. Я не знаю, когда, все обещают. Были различные тоже и разговоры, и уже решение какое-то намечалось. Потом оно сорвалось. Не знаю, на каком этапе, почему, но это нужно решать. Это необходимо решать для города. Мне кажется, не решается, потому что нету средств. Вот. Без средств ничего не будешь, нельзя делать. И это не какие-то тысячи, там миллионы, мне так кажется. Откуда взять деньги и это сделать все? Но я думаю, что надо в городе раз и надолго-долго, потому что сейчас технологии, которые делаются, они делаются, можно сказать, что на 100 лет, потому что пластиковые. Надо раз весь город изрыть, сделать канализационную систему и провести две ветки воды.